Давайте мы с вами обсудим такой вопрос. Есть две книги, которые могут нам дать вход и помочь нам бороться с грехами. Это Библия, это книга «В свете истины». То есть это то Евангелие, которое обещал когда-то Иисус, что после прихода Евангелия это как последнее знамение, то и наступит суд. Смысл логический в чем? В том, что человечество заблудилось явно, несмотря на попытки очень многих конфессий, скажем так, предъявить свои претензии на несение истины. Можно сказать, что ни одна конфессия, ни один народ не привела к ней. И это видно по политической, экономической и антидуховной обстановке в любой стране, в любом, скажем, обществе, в любой конфессии, где бы это ни было. Это вы сами видите, и никто не может этого отрицать. Это факт. Вот. А факты – вещь упрямая. Следовательно, что-то в теории неправильно. Потому что если была бы теория правильная, ее бы правильно преподнесли и помогли нам освоить ее, то есть сделать образом жизни. Для этого нужны проводники, для этого нужны пастыри, которые сами умеют это делать. То есть если цитата Христа из Евангелия от Иоанна говорит, если любите меня, а он говорил, я и Отец, едина суть, если любите меня, выполните мои заповеди. То есть любовь к Богу лежит только в выполнении заповедей. Это не значит, что человек грешный Бога не любит, если он верит по-настоящему, и он пытается что-то делать, то есть он ищет, это вот ищущий как раз, и он искренне ищет, искренне верит, тогда навстречу ему идет воля Божья. Вот, и начиная работу над собой, сокращая грехи свои, он тем самым встает на тот путь, который и предложил ему Иисус. Всем нам предложил. Если это реально происходит, значит, он двинулся в сторону света, к своему источнику. Тогда можно сказать, что он христианин и делает все, что может. И в помощь ему идет крестная сила. Крестная сила помогает человеку справиться там, где личных его качеств, личного потенциала не хватает. Вот. И получилось так, что а почему, собственно, провалили дело, то есть провалили дело воспитания человека, как, скажем, высокодуховного существа. Потому что после того, как Иисус дал нам эту сверхидею, свои знания, как жить, как бороться с грехами, как искупать грехи, людские толкования, к сожалению, увели в сторону от прямого пути, простого, ясного, там, где надо работать. Потому что прежде всего, сатана и его команда знают наши слабые качества, лень. Мы лень свою прогонять, для этого и пришли на землю. Весь смысл нашего присутствия на земле, в теле, а мы духовно нетелесны, чтобы дух из слабого светлячка стал мощным прожектором. Вот что должно произойти, то есть разогнать свою лень, свою инертность. И при этом второе, разобраться, в чем закон Божий. Это и есть смысл жизни. То есть, если мы начинаем понимать законы этого творения и соучаствовать, находясь в пределах закона, мы становимся по образу и подобию Божьему, как это нам заповедано. Вот. То есть, этого не произошло. Несмотря, скажем, что 2000 лет существует христианство, а до этого и нас и другие пророки звали, и примерно то же самое говорили, просто Иисус был самый сильный. Тогда надо разбираться, в чем дело. И вот в свое время и мне пришлось разбираться. Я уже говорил о том, что я выбрал прямую речь Христа, и тогда все пазлы сложились. То есть получилась простая, стройная, ясная теория. Почему это мне не удавалось раньше? Почему это не удается очень многим людям? Потому что никто не искал сатану под покровом рассудка. То есть через мозг идет давление бесов, которые мыслят за нас, а мы этого даже не знаем. Я этого даже не подозревал об этом до определенного момента. Вот. Поэтому справиться с этим давлением можно только при настоящей вере. А вера должна быть духовна, не чувственна, не мысленна, а именно духовна. Люди тоже плохо понимают этот процесс.
И если удается мозги запрячь, как говорится, поставить на службу своей душе, тогда начинают происходить изменения, и все становится ясно. Но для этого нужно серьезно поработать. И вот мы позже немножко обсудим этот вопрос. Я хотел все-таки заострить внимание на чем. В Библии есть и от Бога, и очень четкая, правильная, строгая инструкция, как нам вести себя, что делать в таких ситуациях. Вот, очень много емких фраз, которые дал нам Иисус, их я буду и дальше поминать. Вот, но здесь дело немножко о другом. А кто исказил и зачем? Исследуя историю христианства, в конечном итоге, там у меня есть книга «Папство», сколько их было там и что они делали, то все время то так, то сяк. В течение многих веков многие принимались решения, потом они отменялись, появлялись ответвления. И помните же, и на Руси это было, при Алексее Михайловиче, по-моему, староверы отошли, как бы их начались гонения и так далее. Получается, что заповеданный нам закон «не суди, да не судим будешь» никто никогда не выполнял. В католической конфессии там сколько людей пожгли. Вот, и много преступлений было совершено от имени Господа Бога. Это страшное кощунство. И, можно сказать, если православие в чем-то, может, получше и поживее. Но ведь, я говорю, по староверам тоже прошлись катком. Это тоже лежит на совести этой конфессии. И никуда не денешься. И если, скажем, от этого все отказались и идет покаяние, что они были неправы. Но неправы они только внешне, потому что изменилась жизнь. А внутри у многих этот антагонизм остается к инакомыслящим, так называемым. Ведь что происходит? Если человек идет не туда, ну, допустим, пусть это любая конфессия, любая ветвь, если она идет не туда, по образу жизни и по их судьбе видно, что они идут не туда. Зачем их судить? Они сами себя судят. Зачем? Потому что каждому человеку надо дать свободу выбора, чтобы он выбрал то, что в его судьбе изменит все к лучшему. Я пошел вот по этой дороге, проверяя каждый свой шаг, и убедился в том, что настоящее христианство, оно приводит человека к здоровью и к более удачной судьбе. И когда это происходит много лет, это не просто какой-то там рывок, а потом, как вот иногда бывает в соблазнах, а потом откат назад. Нет, это стабильный подъем в сторону хорошего. То есть хорошая гора, на нее надо лезть, напрягаться надо, потому что, еще раз говорю, лень – это мать всех пороков. И мы пришли на земле победить свою духовную лень, поэтому и мы здесь. Вот поэтому сатана все время, потакая именно этой лени, создает вот эти извращения через головы многих людей, в том числе и те, которые взяли на себя нести, значит, какой-то конфессиональный вариант. И таких конфессий много. Можно сказать, в чем разница между конфессией и религией, если терминологически определиться. Конфессия – это определенный взгляд на, скажем, если взять христианский, на суть христианства. Религия происходит от слова «религаре», то есть «ре» – это частица, которая восстанавливается что-то. А «лига» – это связь, союз. Поэтому и «религаре» – восстановление связи, восстановление союза человека с Богом. Если какая-то конфессия умудрилась это сделать, значит, она тянет на термин «религия». Если не получается, если она не может народ привести к счастью, к благополучию и так далее, значит, она не тянет на термин «религия». Вот и все. То есть терминологически надо правильно называть вещи. Вот и в свое время и Лев Толстой в своих исследованиях говорил, что если Бог по своей сути пришел на землю дать людям правду, истину, он не может быть непонятен. Иисус поговорил очень просто, его понимали пастухи и рыбаки. Почему это высокоумные и высокообразованные люди не хотят его понимать? Да потому что Слово Божие сокрыто вот этими псевдогениями, псевдопроводниками, псевдосвященниками и так далее. Вот. И я говорю, не надо их судить. На то есть Бог, он разберется. А нам надо судить себя, свое прошлое, свое поведение. И вот здесь это точка приложения. Почему нам говорили, не суди, да не судим будешь, вытаскивай свое бревно из глаза. Зачем тратить время на обвинение других людей?
потому что вы ничего о них не знаете. Каким образом они там пришли к этому и так далее. Вы не знаете сумму их проступков или там положительных качеств. Но вы зато знаете прекрасно свои. И вот тут как раз скрывать не надо. Надо сбросить маску с самого себя и рассматривать именно, прежде всего, себя. Вот. И тратить именно на это время. А Бог нам сказал, аз воздам всем грешникам. Вот пусть Он воздает. А нам не надо лезть в этот процесс. А то мы чуть ли не умнее Бога, мы больше знаем. В этом-то и есть гордыня, великая гордыня в обвинении других людей, и никто себя судить не хочет. Все ищут вокруг себя виноватых, кто им устроил плохую жизнь. А устроил плохую жизнь себе сам человек. Любая персона как раз-таки избивает себя с утра до вечера. Вот поэтому и Библия, попадая в руки не очень грамотных, в духовном смысле я имею в виду, переводчиков, через голову, как я уже понял уже из своего опыта, через голову идут вот эти легкие, допустим, туда полоборота, сюда полоборота, не совсем точная нюансировка. И так постепенно, год за годом, столетие за столетием, на Слово Божие легла некая сеть из искажений, истолкований и прочее. Даже переводы на разных языках немножко по-разному звучат фразы. Что уж говорить о той чистоте, которая когда-то была во времена Христа. Значит, с Библией произошло именно вот это. И разобраться в этом, это наша задача, причем задача номер один в жизни. Самое главное для человека, это найти путь к Богу, найти путь к собственной душе, потому что мы не есть, строго говоря, тело, а мы есть дух. А дух, используя тело, приобретает, скажем, какие-то качества свои, он становится ярче, если он эту лень побеждает. Разгоняя ее, мы становимся сильнее в духе, мы осознаем законы этого творения, становимся постепенно становимся людьми, если мы этого хотим, конечно. Вот. Библию исказили, хорошо, приходит в свете истины книга, которая говорит, я вам не даю никакой новой религии, потому что кто понял Христа, я не нужен этому человеку, он и так знает, что делать. Но, к сожалению, христианство исказили, и все вот эти псевдоавторитеты, которых вы боитесь опрокинуть, они вам дают ложь. Поэтому я возвращаю вас к истокам. Что хотел от вас Иисус? Что хотел от вас Бог, посылая Сына Своего? И за Абдушина тоже взялись. И, во-первых, опять же, зачем-то переводят и переводят заново. Казалось бы, но перевели когда-то, еще в 20 веке его, давно уже перевели. И можно было это бы тиражировать. Нет, переводов уже десятки, наверное, этой книги. Зачем, спрашивается. Если, скажем, те люди, которые распространяют фонд Грааля, казалось, зачем они эти вещи оплачивают? Думаю, что в их головы тоже лезет бес и говорит, давай, переводи заново. Зачем деньги на это тратить? Ну зачем? Вот те переводы, которые мне в 90-х годах эта книга попала, намного лучше, намного проще, чем те переводы, которые сейчас. Значит, их бесы толкают, переводите, пока вы так допереводите, что ничего не понятно будет, так же, как и в Библии. Вот, и я, скажем, даже в 90-х годах читая, для меня многие обороты не совсем понятны были, и только применяя вот как ощущение, я глубоко понимал понятие, что хотел сказать мне автор. Конечно, это и качество перевода, потом с языка первоисточника, конечно, не так хорошо, как, скажем, переводить на любой другой язык, и потери всегда будут. Вот. Но кроме вот этих как бы объективных причин, есть еще субъективные. То есть многие и в интернете источники взялись искажать суть этой книги, потому что она очень опасна для тьмы. Опасна книга Библия, поэтому с ней работали 2000 лет. Тьма работала через голову, я уже называл кого. А теперь и взялись из Абдушина, хотя еще 100 лет не прошло. Где-то в 30-х годах, в общем-то, в конце 20-х, в начале 30-х появились первые вот эти сборники этих статей и так далее. Мы живем где-то около 80 лет, да, вот книга имеет историю. И уже сколько наложений, сколько попытки изолгать, какие-то имена появляются, сайты, где вот ведется пропаганда именно своя отсебятина. Вот. И называя себя проводниками этой книги, люди в конечном итоге превращают опять это в ложь. Вот.
основная задача, основная, я уже сталкивался, мне звонили люди, которые все-таки их удалось соблазнить и увести в сторону. Это было вот мне звонили еще года 3-4 назад, из Самары звонили, из Нижнего звонили там и так далее, говоря, что ну вот вы нам предложили книгу, она, скажем так, недостойна называться истиной, потому что первые переводы были хорошие. Я говорю, ну так вы читали эти первые переводы? Нет, они их на русском языке, нет, они там на чешском языке, еще на каком-то. Я говорю, а как же вы можете говорить, что эта книга плохая, если вы не читали? Ну так вот кто-то там сказал. Я говорю, знаете, что первопричиной является вашего отказа от этой книги? У вас не получается бороться с грехами, у вас лень. И лень нашла оправдание себе. Что эта книга плохая, что есть какая-то другая получше, если она мне попадет в руки, вот я, может, и начну работать. Вот, говорю, в чем причина. И вот так вот десятки людей поддались, даже и те, кто, скажем, были в нашей команде и так далее. Еще раз говорю, что в основном ориентация на лень, попытка дать человеку некое такое мнение, что вот это не совсем правильно, это так далее, и как раз человек уходит туда, куда неправильно. Еще раз напоминаю суть христианства и его цель прихода Христа. Поскольку в духе мы ленивы, и многих пророков мы прогнали, так же, как и Моисея когда-то прогнали, и Зороастра не послушали, и Кришну, и прочие, всю ту историю прихода посланцев от Бога, мы их не послушали. Тогда Бог сам пришел к нам в лице Христа. Как бы это высший учитель, выше не бывает. И его отвергли, его убили, а через какое-то время начали сочинять сказки, что якобы он на себя грехи все взял, вот, что он своей кровью смыл с нас все грехи. Вот. Но тогда человек, верующий в Христа и, скажем, покаявшийся, и отпущение грехов у него было, почему этот человек страдает? Никто этой пустышки, даже если замечает, он боится думать об этом. Как бы на авторитет церкви не посягнуть? В данном случае не на авторитет церкви посягаете. Вы пытаетесь сравнить то, что нам дают люди, с тем, что нам давал Бог. Вернитесь к тому, что нам давал Бог. Еще раз говорю, прямая речь Христа говорит о том, что Он хотел от нас. Это все надо откопать, отмыть и использовать. Именно в интересах своей души. А получается, что мы как раз этого и боимся. Мы никого этим не вредим. Почему же такая ярость, почему же такая вот свистопляска вот идет везде, попытка исказить как Библию, так и эту книгу. Потому что именно два пришествия Иисуса Христа, это которое сейчас уже формируется и, возможно, состоялось, именно это крайне опасно для тьмы. Почему? Сатана никого не боится, он боится только тех, кто выше него по качеству, по силе. А это только сыновья Божии, как любовь, так и второй, воля, Святой Дух. Это эти те силы, которые могут справиться с бывшим архангелом. Вот и все. А остальное все для них не страшно. Следовательно, если Библию извратить и не дать людям входа через Христа, а потом исказить то, что принес Сын Человеческий, тоже исказить. Тьма может спокойно потерять ладошки, держа нас в своих объятиях и не пуская нас в небо. Тем самым тьма достигнет своей цели. А вот мы как раз не должны ей дать эту возможность. Чем мы можем противостоять? Верой, опять же, цель. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Не ищите, во что одеться, чем питаться. Так поступают язычники. Ищите Царство Небесное, остальное все приложится. Потому что люди боятся завтрашнего дня, боятся, что у них с детьми что-то происходит, у них там скоро не за дом, за квартиру заплатить нечем, у них вот раздрай какой-то в семейных отношениях, кругом беда за бедой. А вот это на нас надвигается, не говоря уже о политическом и там экономическом срезе событий. От чего все это происходит? Что вы сеете, господа? Это обращаться можно к каждому человеку земли. Что вы сеете, то и получаете. Вы это прекрасно знаете, эти фразы прекрасно знаете, но почему-то не хотите анализировать именно свою жизнь. И каждый тычет в соседа, в чиновника, еще раз говорю, в правительство, в церковь, которая не дает им правильно там того сего. Вот. Ведь в некоторых странах уже со смешком относятся к понятию церковь.
не понимая, что церковь это немножко другое, чем люди вот видят в виде храмов и в виде там священников, крестов и так далее. И еще раз я, как на любом семинаре, повторяю, церковь это Слово Божие. И не надо его обвинять, оно всегда с нами. Только его надо взять и пользоваться им. И смело обходить все те препоны лжи, которые нам вывесила тьма. Надо проходить их, не бояться этого. Вот, потому что Иисус сам сказал, я воплощенное Слово Божие, я путь и истинная жизнь. Что такое воплощенное, обратите внимание на это слово, семантику его, смысл. Слово воплоти. Следовательно, когда человек ест просфору и запивает когору, скажем так, это причастие. К чему причастие? К Слову Божьему причастие. Но только это символ. А символ – это всего лишь символ. Человек может носить крест, как он ходит, товарищи, распальцованные, и быть бандитом. Он думает, что с крестом ему как-то будет как менее греховно совершать преступление. Поэтому ношение крестов, посты соблюдать, креститься при каждом удобном случае, бормотать молитвы и прочее, вся вот эта внешняя атрибутика, это ничего не дает, если внутри у человека прах и тлен, как говорил Иисус еще 2000 лет назад. Вы похожи на гробы раскрашенные. В кистях все полированное, все красивое, а внутри, говорит, все сгнившее у вас. Вот что представляют из себя многие так называемые христиане. Я не говорю там о каких-то других религиях. Отсюда и вывод такой, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Книга «В свете истины», именно она, опять же, говорит, входите, вот ваши точки, болевые точки, значит, эта книга как раз по многим моментам преподносит человеку все наши проблемы, расшифровку их. Единственное, книга читается непросто. Если ее одним рассудком читать, как мне многие говорят, ну, подумаешь, лишняя проповедь. Это самые хорошие еще, да, лишняя проповедь и все. Я говорю, а вы рассудком не сможете эту книгу прочитать. Если ваша душа умерла, эта книга вам ничего не даст. Это все, что шарить глазами по листу фанеры, но ничего не получите. Вот. И я тоже когда-то вгрызался, и давалось это нелегко, это в 95-м году она ко мне попала. Вот. Первый раз я читал ее с декабря 95-го года по апрель 96-го года. Я книгу, скажем, такие три тома, беллетристику, я могу прочитать, ну, максимум за неделю, если она мне интересна. Вот. Находить время, читать и все. А эту книгу я еле-еле осилил за несколько месяцев. Потому что ее надо было читать честно. Если мне непонятно, я должен понимать, это работа. И автор пишет, что эта книга полуфабрикат. Она вам даст благо и пользу только в том случае, если вы будете напрягаться и работать. Вы как бы должны копать ее вглубь. И вот тогда она для вас открывает и суть творения, и суть наших ошибок, и что мы можем сделать. Где искать врага нашего, каким образом произошло то, на что можно ориентироваться, а где нельзя. И каждый из этих моментов надо обязательно проверять с собственной душой. Согласны в этом или нет, и не только душой, но и логикой. И вот эта работа с этой книгой, она дает очень много. Поэтому есть люди, которым она ничего не дала, а есть люди, которым она дала потрясающие, ну, может быть, минуты жизни, такое вот. Такой силы идет, влияние. Я говорю, когда к концу прочтения этой книги в апреле у меня даже руки тряслись, книга вываливалась, насколько у меня внутри менялось что-то, то есть на клеточном уровне даже мне с мозгом что-то происходило. Настолько становилось хорошо, как будто меня заполняет какая-то река света и несет меня куда-то. Можно сказать, что во многих направлениях эзотерики это тоже бывает, но только немножко на другом уровне, на чувственном, а это на духовном происходит. Не надо это путать. Сразу могу сказать, что вот эти все опусы выхода за пределы материи, которые существуют и в эзотерике, практически во всей, в каких-то сектантских вариантах, не только в наших там краях, но и везде. Вот, то есть есть эзотерика и мусульманского толка, есть иудейского толка и так далее. Практически вся эзотерика – это попытка выйти за пределы материи отмычкой, нечестно. Честный вход лежит только через исполнение заповедей.
Поэтому Иисус это озвучил очень просто. Никто не попадет к Отцу, как только через меня. А я Слово Божие. Выполняйте его. Неужели тут логики не видно? Она простая и ясная. Просто мозг наш ориентирован, что истина, она настолько сложна, что тупым всем ее не понять. А вот я супер гражданин. Я настолько много всего знаю, я перечитал чуть Библию наизусть знаю, Коран наизусть знаю, там Талмуд и все это я знаю, и только я могу это постичь. Вот так мозги нами правят. Это есть чванство. Ничего человеку не даст его ученость, его великолепная память и так далее. Любая старушка от сахи или старичок могут намного сильнее быть в духе и быстрее понять, даже без Абдуршина. Просто им немножечко подправить чуть-чуть, и они идут уже сами, кажется, и все. Дело-то не в интеллекте. Интеллект, как ни странно, во многом наш оппонент, потому что именно через рассудок тьма нас держит в плену. Пока, еще раз говорю, пока мы не наведем порядок и не сотворим переподчинение от тьмы, передадим бразды правления духу, мы ничего не сможем сделать. После веры это вторая задача, важнейшая. Если я верю в Бога, сделай так, чтобы голова твоя не мешала проникать вот вверх. Она мешает. Она все время подбрасывает тебе мысли какие-то, все время пытается тебя вернуть к твоим земным проблемам, что один вот такие-сякие, у тебя там вот это, у тебя вот это. Надо это все решать немедленно. Все, тебя пытается ввести в панику, в загруженность, отнимать у тебя время на это. Я всегда говорил, ну, будет день, будет пища, будем решать задачи. Пусть даже самые тяжелые, но вот сейчас, говорю, 11 часов вечера, и я буду заниматься тем, чем я хочу. И как бы вот, да пошли бы всего. И занимаюсь именно этим. Вот я волей передавливаю вот этот фон в мозгах, который не дает мне осмыслить мою роль вот в этом процессе, мои взаимоотношения с Творцом, каким образом я могу, скажем так, перестать враждовать с Ним своими грехами. А грехи-то они не какие-то универсальные, скажешь, взял и смел их веником, ничего подобного. Каждая из эмоций, которая поражает и плохие мысли порождает, а мысли порождают плохие слова и дела, начинать-то надо от печки, как говорят. Сначала надо укротить эмоции, потому что это самые быстрые волны, которые мы исказили. И они доминируют над всеми остальными формами нашего поведения. Почему Иисус и сказал, держать очаг помыслов в чистоте. И если мне удастся укротить эмоции, как мне удалось это сделать, а все остальное просто само по себе начинает формироваться правильно. Вот. И каждая эмоция, она требует своего ключа. Нет универсального ключа победить все эмоции оптом. Поэтому страх побеждается одним, скажем, верой победил страх. Бог сильнее тьмы. Раздражение, обиды, уныние. Я победил в какой фразе? Что посею, то и пожнешь. То есть я сею плохое, значит, закон имеет право меня наказывать. И бьет меня через каких-то посредников, через какие-то жизненные ситуации. Признание права закона меня наказывать, это есть смирение, которое так необходимо христианину. Потому что через и смирение, через признание закона, что Бог мне возвращает мои же ошибки, то есть не Бог же меня наказывает, а я сам себя наказываю. Закон только приводит эти пружины в действие. И вот когда ты это осознаешь в логике, как только у меня по привычке, вот ему надо отомстить, он тебя там обокрал или что-то сделал, я говорю, ну если это произошло уже, значит я это заслужил. И спокойно, без обиды, без раздражения этот момент принимаю. Тем самым с меня списывается грех. И так далее. А поскольку грехов сотни тысяч, если не миллионы за нами, то, конечно, мне было очень печально, скажем, когда не в проворот, впереди столько работы. Вот, да когда же это все искупишь? Уныние началось такое. Я потом думаю, ну глаза боятся, руки делают. Если ничего не делать, вообще никогда ничего не произойдет хорошего. Вот. И вот вера привела меня на этот путь. Прошло не так уж много времени, буквально полгода, может чуть больше. Я заметил, что моя судьба меняется к лучшему. Улучшается здоровье. Улучшаются какие-то моменты в судьбе, там, где была непроходимая ситуация, она становится проходимой. Я, конечно, это отметил с удивлением, что, оказывается, действуют законы, но я не спешил с выводами такими окончательными. Вот когда уже прошло еще год, полтора, два, когда у меня такая финансовая ситуация наладилась, становится совершенно стабильно, когда я почувствовал радость в душе, такую вот как непотопляемость, что бы ни было, мне все равно, думаю, на внутри, ну и что?
на войне, как на войне, с нами борется бесовщина. И я должен понимать, что они могут меня поцарапать, создать какой-то вред мне, нанести вернее. Но я должен это терпеть. Я же тоже в прошлом не святой был. Мне есть за что отвечать перед законом. Именно вот эта позиция, если она действительно искренняя от души, она помогает даже в логике побеждать бесов, потому что бесы лезут через мозг, а мозг — это инструмент логики. И пока ты им не принесешь логику света, то есть вот почему я должен прощать, иначе их не победишь. И тогда они отступают, потому что перед логикой истины никто не может устоять. Так же, как Иисус когда-то 2000 лет назад ставил на место фарисеев, саддукеев, каких-то сомневающихся, и все удивлялись, откуда у сына плотника такая мудрость. Но он сын плотника был по рождению на земле, но по рождению святого он сын Божий. Вот, поэтому истина, она не может быть победима. У ней всегда будет логика точнее, чище и, скажем, надежнее. Вот поэтому те люди, которым удалось в себе создать вот эту матрицу настоящую, из законов Божьих, из их понимания, в том числе и в логике, тогда начинает происходить тот процесс, который Иисус так назвал наивысшей и наипервейшей заповедь: «Возлюби Бога своего всем сердцем, разумением и душою своей». То есть все три ипостаси у нас, в том числе и разумение. Оно начинает понимать, почему я должен любить Бога и прекращать грехи свои. Потому что это несет благо в моей судьбе конкретно, в том числе и моим детям принесет благо и прочее, прочее. Мало того, если ты это освоил, ты можешь помочь своему окружению, передать это. Вот пусть они пробуют, не надо их заставлять. Не надо говорить, что тут истина в первой инстанции, стучать себя кулаком, что и только я прав, ничего подобного. Я всегда говорю, проверяйте все. Жизнь настолько сейчас коварна во многих проявлениях вот этой лжи, что пока вы четко не поймете, что вам это надо, что это дает конкретно вам благо, и не на один день, а вперед и вперед, вперед, тогда берите. Это ваш выбор. Поскольку Бог нам дал свободу выбора, то есть закон свободы, каждый должен принимать решение сам, что ему тепло и от чего ему хорошо. И тогда только, когда это состоится, и вы видите, что жизнь ваша потихонечку начинает меняться, у вас появляется надежда в груди, появляется какая-то сила, потому что крестная сила приходит к нам на помощь. И вот тогда появляется уверенность уже, а не вера. Я верю и знаю, что Бог есть. Другая уже фаза. Потому что вера – это в какой-то степени предположение, а убежденность – это проверенная опытом вера. И никуда ее ты потом не сдвинешь уже. Все, это твоя победа. Пусть первая, но она уже достаточно важна нам. Потому что человек, скажем, в христианстве состоялся. И в какой-то степени за него может быть спокойным. Единственное, что вот из тех людей, которые неплохо шли многие, начинается отклонение. Из-за чего? Почему я вот сейчас немножко поподробнее расскажу о вере. Потому что потеря веры, сразу идет, что тьма начинает заполнять опять вас, как вот объем. Начинает мозг блокировать, через мозг блокирует душу. Вы теряете духовное зрение и перестаете себя контролировать. Даже если вы себя очень хотите. В одиночку человек без крестной силы справиться с тьмой не может, не в состоянии. Обычный такой пример, чисто визуально представьте, что ваша душа – это как некий шарик световой, света. И он имеет определенный потенциал. Ну, давайте условно назовем, пусть он там 10 киловатт ваш, ваша мощность этого света. Вот. А тьма имеет мегаватты тьмы, накопленные за многие миллионы лет на Земле. Выброс человеческих грехов – это и есть тьма. Это и есть тьма. Вы представляете, сколько за сотни миллионов лет на Земле много цивилизаций оставили этой грязи. Даже взять один 20 век, нам хватит утонуть 20 раз. Не говоря уже о прошлых ошибках. Отсюда и получается, что выбраться из этой трясины без помощи сверху мы не можем. В этом и есть причина, почему с какого-то периода понадобилось крещение. Что такое крещение? Крещение – это воля человека соединяется при определенном, можно сказать, ритуале с волей Божьей.
и она соединяется и дает пользу только тогда, когда человек в нее верит, во-первых, в эту силу, душой верит, а не мозгами. Это во-первых. А во-вторых, он начинает двигаться в том направлении. Свобода выбора предопределяет, что человек первый сам должен начать движение в сторону Бога. Это очень важно, это принцип. Если вы ждете, когда Бог сам придет к вам на помощь, на ваши стенания, на ваши молитвы, какие бы ни хорошие ни были, как бы искренне ни молились, не пойдет к вам сила воли Божьей, потому что закон выбора существует. Почему надо знать эти законы и принципы? Потому что без них человек по этому фарватеру не знает, как идти, где какие помехи. И вот одна из помех – непонимание этого момента. Свобода выбора говорит, человек искать должен Бога, а если он не ищет, сидит, это либо лень, либо гордыня. Когда это Бог спустится и научит меня жить правильно. Господи, помоги, измени меня к лучшему. Сколько таких молящихся. Дай мне там то, дай мне это. Вот я тут заблудился. Ну дай ты мне, дай. Бог говорит, да бери, пожалуйста, рядом с тобой лежит. Нет, для этого надо думать, для этого надо инертность свою выбросить и попробовать поискать. А нет, проще сидеть, просить, молиться, соблюдать какие-то ритуалы, которые в конечном итоге, еще раз напоминаю, привели нас вот в такую жизнь, какую мы видим, и виноваты в этом только сами люди. Немножко для глаз, для зрительной вашей памяти, для зрительного восприятия. Условно, бесконечность Творца и творения, его граница. Это мир первосотворенных, я по терминологии Абдушин говорю. Второе пришествие – это воля Божия, частицу отправила сюда. И по сути, как Иисус имел бесконечное ядро, вот это бессущностное, так и Сын Человеческий его имеет, только ипостаси у них разные. Иисус чистый пришел, вот такой, такая у него была ипостась, это действительно как абсолютно чистая субстанция, это от Бога. А вот второй посланец, он после перехода в мир, можно сказать, творения, он соединился с первосотворенным духовным. Вот такой знак. В 94 году, когда у меня все это начиналось, в течение вот нескольких месяцев, мне вот такая штука в форум пришла, мне показали. Я говорю, на какую идею работаю, кто меня ведет? Мне вот это нарисовали. Сама рука у меня раз. Так, и потом ответ. А символ человека это вот это. А символ Бога это вот это. Даже художники говорят, что почему-то восьмерку мы видим. Восьмерка. Восьмерка это символ бесконечности. Ведь как-то человеку в его понятийном восприятии же надо передать что? Если просто там вот излучение, человек излучение не понимает. Он откровение давно потерял. Те откровения, которые были в самом начале, после смерти Христа, где Иоанн получил вот это откровение Иоанна, то, что называется апокалипсис. Откровение – это связь как бы с потусторонним, и выход сюда, на эту линию. И дается это только выполнением заповеди, или очень близко к этому надо быть. Только в таком случае формироваться начинает откровение. Люди, к сожалению, не успев начать, там год, два, три, четыре, у них какие-то картинки начинают появляться, они ими очаровываются. И бесы постепенно начинают из них формировать лжеца. Он это даже не подозревает, но начинает тащить вот эти астральные формы, астральные. Много дается правды. Человек начинает опекать ближних своих, говорит, да, значит, не совсем тут правильно, не совсем тут правильно, надо делать вот так, так, так. При этом говоря много правды. Но по ключевым вопросам дается неправда. Так действует даже, ну, как бы в материи, так действует разведка, подбрасывая врагу информацию, скажем, там 90% второстепенной, третьестепенной правды, а вот самые ключевые, главные моменты, скажем, срок наступления, срок нам какой-то важный очень, как раз не дается, или дается искажение. И с наживкой этой враг глотает. Вот здесь происходит примерно то же самое. Это очень опасный момент. Многие на этом сгорели. Церковь называет это прелести соблазна. Да, это именно так. Это прелести. И с ними надо быть очень осторожными, надо выверять.
Вот. Это из-за чего происходит? В основном из-за тщеславия. Слишком рано, как говорится, полез не надо, да не надо. Не надо этому всегда верить. Я далеко не всегда верю тем картинкам, которые мне идут. Я на этом сразу начал обжигаться когда-то. Вот. А я был по отношению к себе честен. Мне было очень стыдно. Раза два так. А потом я понял, здесь каждый момент надо выверять. И вот прошли долгие годы, прежде чем я понял, что главное – это ощущение, это дыхание души. Если ты что-то делаешь, это тебе дает радость и удовлетворение, настоящее. Не вот здесь рацио у нас, ты чего-то добился, ты стал известным, ты заработал деньги. Это сюда нужно. Иногда чувство в этом участвует. А душа – это не чувство, это ощущение. Вот к этим ощущениям относится и вера настоящая, и надежда настоящая, и любовь настоящая. А все остальное это погребено под, можно сказать, материальными структурами. Чувство это близко к материи, мысли это практически материальны. А душа, она здесь, она никогда не была грязной, наша душа. Даже у самого страшного подонка душа у него чистая. Но ее так облепила грязь. Вот, поэтому есть предел этой грязи греховной, дальше свет не пускает. Поэтому, в принципе, у каждого человека есть шанс отмыться. Но он, к сожалению, этого не хочет, особенно если его блокировал уже настолько плотно, что он не пробьется. Теоретически шанс есть. Это духовный мир. Сознательный духовный и бессознательный духовный. Вот мы родом отсюда. Они настолько сильные, яркие. Те, кто сформированы были здесь, не выходя за пределы духовного мира, это очень сильные духи. Они осознали себя мгновенно. Все законы творения, взаимосвязи и так далее. А мы, поскольку мы более слабое удаление дальше, более слабый осадок, для того, чтобы мы, как духовные существа, так же тоже, как и эти были, нас отправят вниз, как раз разгонять свою инертность. То есть наша слабина в лени. Мы инертны. И весь смысл нашего присутствия на Земле как раз вот стать такими. Вот мы слабенькие, мы должны стать яркими и знающими. В этом есть смысл бытия, смысл жизни. Сущностное кольцо сил. Это эфир. Нижняя часть эфира запачкана. Вот это и есть чувство. То есть чувства и ощущения, они настолько далеки друг от друга. Ощущения здесь. Вот эти неосознанные ощущения, а мы должны привести себя к знанию, к осознанным ощущениям. Мы должны понимать все это. Далее, есть вот как пишет о душе, нити света над нами. Свет наполняет силой, а сущностное это исполнительный механизм. Вот, и нам сущностные помогают здесь. Ничего не происходит без них. Потому что можно сказать, что и это духовно-сущностное, и это духовно-сущностное. Везде форму творят сущностные. Здесь у нас не получилось бы ни ткань создать, ни металл, сплав какой-нибудь. Вообще ничего не получалось, если сущность не участвует в этих процессах. И получается так, что даже грязные формы творят все равно сущности. В какой-то степени нам дали какой-то ряд сущностей, переподчинили их нам. Не совсем полностью, но почитайте книгу, и там все есть. Вот стоит человек, который хотел бы пойти туда. Он искренне хочет. Я хочу избавиться от проблем. Я хочу стать безвинным перед волей Божией, избавиться от грехов. Я этого очень хочу, это искренне мое намерение. Он начинает искать себе подобных хотя бы посредника, который мог бы его туда отправить, научить, поддержать и так далее. Для этого и были поставлены, собственно говоря, священники Иисусом Христом. Идите и несите Слово Божие по городам и весям, по другим странам тоже. Сделали они это? Да, сделали. Но разнося все это, к сожалению, не понимая этого процесса, что все-таки через голову им пошли не совсем правильные нюансы, так скажем. Поэтому первый ряд учеников Христа в какой-то степени были близки к этому, хотя иногда не совсем так. Если кто знает историю религии, историю апостолов, они между собой были не совсем дружны. Иуда-христиане были, те, которые были рядом с Христом. Павел никогда не был
рядом с Христом, наоборот, он был враг в то время, преследовали христиан по поручению Синедриона. После того, как значит, какое-то время прошло, скажем, вот эти первые ученики, которые говорили между собой, тоже у них был антагонизм, потому что один считал, что он лучше понял Христа, они между собой спорили постоянно. Почему? Непобежденное тщеславие. Ну возьми ты проверь, кто из вас лучше молча, у кого больше будет получаться, у кого судьба начнет расцветать, а у кого уходить вниз. После того, как поколение их начало сходить на нет, естественно, у них появились свои ученики. Они еще слабее были. Дальше еще свои ученики. И вот это ветвистое дерево столько на проявлении христианства появилось. Вот причина, почему его много. Можно сказать, разве может быть от Бога разные интерпретации? Нет. И они между собой ссорятся, эти конфессии. Это просто так вот не всегда выносит ссоры из избы, но мы это знаем. Сейчас вот, скажем, на Украине преследуется православие, правильно? Почему? На каком основании? Каждый считает себя лучше. А Иисус сказал, моих учеников узнают, потому как они любят друг друга. Они грызутся между собой. Можно сказать, это уже далеко от понятия христианства. Вот еще раз, как я говорил, вернуться к первоисточнику надо. Не будем никого обвинять на любом уровне, потому что многие полезные вещи делали. То есть, еще раз говорю, христианство распространяли и так далее. В пределах, скажем, конфессии ведется благотворительная работа, поддержка детей, потому что там тоже разные люди. Есть вон монастыри, где детей собирают, тех, которых сейчас бросили родители, которые бросила страна. Заботятся, образованием хоть какое-то дают, кормят так, и так далее. Это великолепно, это да, надо. Это как бы человеколюбие, доброта. И я говорю немножко о другом. Много очень положительного делает, скажем, любая конфессия. Но вопрос сейчас стоит немножко по-другому. Вопрос стоит очень остро. Будет ли существо человеческое жить на земле дальше или не будет? И вот тут надо уйти от, скажем так, вот этих дрязг и обвинений. А уходить и сказать, вот ты человек, хочешь ли ты примириться с Богом через отказ от своих грехов? И знаешь, как это делается? Надо научить. Поэтому, приходя вот этот светлячок на землю, одевая оболочки сущностные, эфирные, и в конце концов астральные, и в конце концов телесные от мамы, папы, как видите, ни мама, ни папа, они не являются поистине нашими отцами и матерями, они являются воплотителями духа, то есть они дают воплощение, оболочку. А настоящий духовный отец вот этого духа, отче наш, сущий на небесах, как видите, все это надо понимать. Отсюда уважение к отцу и к матери. Мы уже говорили об этом, оно должно быть, но только мать и отец тоже должны быть достойными этого уважения. И вера, то, что я вот хотел говорить о вере, это, скажем, адепт, который пришел за помощью, за то, что ему показали путь, научили. Допустим, священник какой-то конфессии начинает говорить, надо выполнять заповеди, правильно, да? 100 раз правильно, надо выполнять заповеди. Рассказывает и дает совет почитать такие-то книги наших святых, там, которые вот чего-то добились. Но если кто из вас читал эти книги, там нет методики. А как стать такими, как они? Нету. Как будто специально кто-то этого и не дает. В основном там какие-то голодовки, аскетизм. Уход от общества куда-то. Ну, есть несколько таких вариантов. Вот, и можно сказать, ну, если универсально применить это для всего народа, разве может весь народ уйти в отшельники? Это получается, скажем так, надо бросить Россию и уходить, сажать где-то картошку там, и тыкву и так далее, и как-то выживать. А кто будет защищать страну? У нас быстро съедят. Неделя, и нет России. И всех отшельников загонят в какие-нибудь каменоломни, в рудники, и так далее, или сахарный тростник рубить или на Кубе, или там на Гавайях. Это бессмысленно, надо всегда смотреть в суть, как говорил Кузьма Прутков, смотреть в корень.
Вот. Поэтому любую эту теорию может проверить. Вот это очарование такое. Я говорю, вы попробуйте продолжить дальше. После конца сказки что бывает? Вот. Отсюда и вывод какой. Это неверный путь. Вот, да, заповеди надо выполнять, но заповеди надо расшифровать, что человек ошибается в видимом мире, ошибается словами и делами, а в невидимом мире ошибается мысленно и чувственно. Это весь спектр наших ошибок, и надо признать, что вот это и это все, в принципе, одинаково. Скажем, человек в горячке убил кого-то, вот такая. Да, он преступник, он лишил жизни другого. Но есть люди, которые тысячами и тысячами уничтожают людей, сидя где-нибудь в банках, в каких-то кабинетах и так далее. Они намного больше преступники. Организовывают войны, травлю каких-то там, допустим, неинакомыслящих и так далее, и так далее. Ложь льется потоками. Они намного хуже, чем какой-то один частный случай. Вот, но они считают себя многие еще и верующими, они храм посещают. Вот уважительно к ним относятся и священники, там, и первосвященники, как бы удивляешься тому лицемерию, которое сейчас присутствует. Потому что преступников очень много. Далее, что происходит? Скажем, возьмите даже самого хорошего священника, вот, который так. Хорошая душа, все. Но если он считает, что Иисус искупил кровью тех, кто в него верит, он никогда, Иисус, этого никому не говорил. В Библии нет этого Нового Завета. Он сказал, я вас кровью всех искуплю, потому что вы не сможете справиться с грехами. Есть только один способ. И Бог меня послал для того, чтобы вы меня убили, а я кровью с вас все смою. Есть такие тексты? Близко даже нет. Это придумано людьми. Исходя из того, что до Христа в этом народе искупали кровью жертвы, жертвенное животное, козел отпущения, отсюда пошел. Вот поэтому вот это все принесено в христианство. Кровью никого никогда искупить невозможно. Это была племенная магия. Каким же образом искупаются грехи, если это ложь? А Иисус сказал, как искупаются. Кому вы будете прощать грехи, того и Отец Небесный простит. Прощайте. И прощены будете. Смысл какой? Линия жизни любого человека. Вот это момент осознания, скажем, это ваше сегодня. В прошлом ваши грехи, их там сотни тысяч. И каждый из грехов требует компенсации, сатисфакции. То есть, а поэтому, когда приходит возмездие за ваши ошибки, человек вот тут не хочет принимать это возмездие, начинает злиться. И вот это обвинение как раз такие языки. А когда он это творит, он не замечает своего зла. Сотворил человек зло, фактически, даже вот на потустороннем уровне, чувственно, мысленно. И все это возвращается к нему. А у многих работают честно, внешнее поведение нормальное, и даже в храмы посещают, и посты соблюдают, и не могут понять, почему так плохо живется-то. Где же, Господи, твоя помощь? Помоги, помоги, помоги. До слез помоги, помоги. Идут в храм, им там говорят, Бог терпел и нам велел, ничего, ждите второго пришествия, вот второе пришествие придет и так далее. И можно продолжить тогда священника. А мы его опять гвоздочками прибьем, будем ждать, когда он истечет кровью в нашу пользу, чтобы нам было хорошо. Вот где же такой абсурд вы еще найдете? Поэтому кровью никого никогда никто не искупил. Верующих миллионы. Вот. И все прошли через эту ложь. И никто не стал счастливым и здоровым. Ни один человек. Потому что, в принципе, ни один священник не может, он никакого права не имеет отпускать грехи. Потому что грехи искупаются только по Христу. Что кого простите, того и Бог простит. Если вы, вот когда приходит беда ваша от какого-то человека, вы простили, исходя из логики. Если я был неправ в каком-то жизненном эпизоде, а сейчас пришло возмездие, а чего ж ты обижаешься-то? Это всего лишь человек или ситуация, это всего лишь посредники в этом процессе. Значит, обижаешься и злишься, ты не просто недоволен этим человеком, ты недоволен законом Божьим, который возвращает тебе твои пакости. Вот и все. Можно сказать, что обида, раздражение, гнев, уныние – это обвинение впрямую.
Господу Богу. И это надо осознавать, надо прекращать враждовать с законом. Мы же сами этим законом порождены. Что такое человеческий дух? И сознательно, и бессознательно, воля Божия, Святой Дух, породил человеческий дух. Почему созвучные названия? Только это Святой Дух с большой буквы, а у нас с маленькой буквы Дух. Мы посредники воли Божией в творении. И что мы натворили, имея свободу выбора? Мы должны творить добро и красоту, а мы творим зло во многих своих сферах бытия. Соответственно, за зло получаем с улицы большое зло. А не проще ли взять и творить добро, только надо научиться разобраться, что есть добро. Добро есть полезность какая-то. Тогда у нас жизнь будет расцветать плюсами все больше и больше, и будем ликвидировать постепенно через искупление. Будем прощать, как Иисус говорил, и прощены будем Богом. Здесь простили, значит, здесь списали с вас, с баланса с вашего отрицательную массу. Простили, 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 списали, списали, списали. Это и есть так называемая пресловутая карма. Человек становится перед небесами все более чистым. Он по счетам отвечает, пришла пора собирать камни, так собирайте. Надо как можно больше сокращать грехи, сводить их на нет, потому что если вы искупаете и продолжаете точно так же грешить, а смысл какой-то, да? Слагаемых несколько здесь, обязательных есть. А чтобы сокращать, я уже говорил, начинать надо с эмоций, побеждая эмоции, все. Это как бы отсюда начинается давление, все остальное, все по себе успокаивается. Проверено опытом многолетним, и не только мной. Поэтому ложь, что Иисус крови своей искупил, и многое другое, я там не буду уже говорить о других искажениях, потому что они не столь важны. Вот то, что вот это самая страшная ложь, потому что человек, приходя в храм и получая отпущение грехов, считает себя чистым. А на самом деле он как пришел в храм, так ушел. Туда ни пылинки с него не сошло, его грехов. Дело в том, что в храме очень хорошо, это, может быть, дом Божий, там, современным языком говоря, вот эти потоки света идут, энергия. А человеку может быть хорошо, но ему когда внушают, он поддается этому внушению, что с него что-то сняли. Вот. Приходите к нам почаще, и ходите регулярно на прощение. Вы же новые грехи делаете, приходите, мы вас опять отпустим. Приходите, мы вас опять отпустим. И еще отпустим, и еще отпустим. И к чему это ведет? К абсолютной лени. То есть фактически такой вариант. Человек пришел сюда избавиться от лени, а этот вариант говорит, да нет, ребята, не надо работать, к нам только приходите. Хотя говорят, что надо заповеди выполнять, но фактически это тогда зачем их выполнять? Если некая сильная воля с меня это снесет, все, зачем тогда? У человека нет желания, и так он ленив, а ему еще и потакают это. Противодействие идет как раз свету. Вот ложь, она всегда была против света. Поэтому люди как раз таки должны подняться на борьбу. И верить нужно не здесь мысленно, как человек утверждает, я верю. Я по вибрациям голоса чувствую, когда человек верит вот здесь или вот здесь. Вот когда он верит вот здесь, мне от него так хорошо и тепло всегда. Это как родственники, думаю, вот это и есть духовные родственники. Как только человек спускается сюда или сюда, такое ощущение, что разговариваешь с полумертвым, а иногда и с мертвым. Я его не чувствую вообще. Это и есть вот духовная чувствительность. Поэтому, когда здесь человек теряет эту чувствительность, у него либо астральная ложь, либо еще какая-то, начинается блокада духа. А человек-то вот такой. Если его отрезали от духа, он теряет духовную чувствительность, духовное зрение. И тогда с ним тьма делает все, что угодно здесь. Вопль начинается, помогите, помогите. А что же вы веру-то потеряли? Что такое вера? Бог – это творческая сила, воля Божья. И она наделила человека способностями творить. Это наше приданное сверху. Поэтому если я творю, Бога нет, не верю. Я отрезаю сам себя от Бога по собственной воле. У меня же свобода выбора. Тоже закон Божий. Тогда Бог говорит, ну не живи без меня. Пожалуйста. Я не настаиваю, чтобы ты в меня верил. Но тогда не ной, что тебе тут плохо. Что ты ноешь? Ты сам заперся от помощи. Ты сам заперся от собственного я. Вот оно. Здесь твоя любовь и воля. А ты от нее заперся. И как же ты хочешь от меня помощи, выклянчиваешь в молитвах, если ты в меня не веришь? Или тебя голова утверждает, что ты веришь, а духовной-то веры нет настоящей. Мало кто из тех верующих, которые считают себя верующими, понимает многие фразы Христа. Взять Нагорную проповедь. Блаженны просящие духом, ибо их есть Царство Небесное.
нищие, там сказано. Разбираясь в этом, я говорю, почему это нищие, то есть слабые духом, их Царство Небесное. Ведь в Библии написано, Царство Небесное силой, силой Духа берется. Для меня, допустим, в логике более понятно, когда сильный человек добиться может чего-то, духом сильный. Мы вот эти слабые духом пришли сюда для того, чтобы стать сильными духом. Мы здесь разгоняемся, разгораемся через препятствия жизненные. Мы должны их преодолевать, избавиться от лени. И не только добиваться каких-то материальных успехов, но и духовных успехов должны добиваться. Вот. И отсюда получается, что если мы от этого отказываемся, через отсутствие веры, нам никто помочь не может. Поэтому для тьмы зарубите себе это. Для тьмы первостепенная задача – лишить вас веры, создать в вашей голове или даже на чувственной оболочке уверенность, что вы верите. И вы этому верите. А жизнь начинает ухудшаться. Помните, это индикатор. Если жизнь ваша не улучшается, не становится лучше здоровья, нет радости, значит, вас перекрыли. Нет веры в вас. Бывает там чуть-чуть веры, немножко, даже условно, можно сказать, как вот створ. Убежденность – это полное открытое Творцу, полная открытость. Тогда идет мощный поток света вам на помощь. Есть чем сражаться, есть на что опираться. Как только вера превращается в какой-то крохотный ручеек или вообще исчезает, все, помощь не идет. Как может потенциал человека справиться с бесами миллиардов людей, которые за сотни миллионов лет, представляете, какая сгущенка? Как вы с ней можете сражаться? Да никак. Почему, скажем, в свое время Павел сказал, что мое сознание не хочет грешить, тем самым оно служит Богу. Я не виноват перед Богом, потому что плоть есть плоть, которая грешит, а сознание – это человек, оно не хочет грешить. Значит, я чист перед Богом. Видите, интересное умозаключение, это послание римлянам. Вот. А голова, я когда разобрался вот с этими делами, я понял, что в голове Павла как раз вот это и зрело, что плоть непобедима, вот эта плоть, она непобедима. Хочу делать доброе, а делаю злое. Почему? Ответа на вопросы там нет. А я говорю, потому что мозг нас ведет туда, как говорил Черномырдин. Хотели как лучше, а сделали как всегда, плохо. Потому что это есть как раз фраза, она очень четко иллюстрирует, что происходит с человеком. Пока ты мозг поставишь на службу душе, всегда тьма вот эта вот, этот диапазон, захваченный противником, тьмой, и он нам вещает и вещает, причем от имени нас, от имени каждого человека, мысли создает. И вам кажется, что это ваши мысли, вы думаете. От первого лица идет. Я так думаю, да, мне надо вот так и вот так сделать. У вас процесс мышления, или это на самом деле вам этот процесс навязывает. Это первое, с чем я столкнулся в 1994 году. Вот пока я это не убрал, эту зависимость, у меня ничего не получалось. Вот как только я его убрал, очень просто и ясно, что посеял, ты пожнешь, проверяешь, да, здоровье через несколько месяцев стало улучшаться. Судьба пошла в гору, и так продолжается. 22 года с лишним. Поэтому я могу сказать, я уверен, что Бог есть. Я уверен, что это настоящее христианство, что оно проверено уже десятками, сотнями людей, оно действует. А вот то, что нам предлагается, оно не действует, судя по тому, что происходит не только в нашей стране. Оно не действует. Мертвое. Дальше. Если кто-то взялся нести Слово Божие, можно его обратить к фразе библейской, по-моему, в первом послании, соборном послании апостола Иоанна. Написано, кто говорит, что Бога познал, а заповеди не выполняет, тот лжец и нет в нем истины. Спросите у любого, кто вам это несет, вы выполняете заповеди, и хотя бы на пути к этому. Спросите. За 2000 лет, я думаю, если конфессия была бы обустроена правильно, они бы научились, это сколько поколений, считается поколение 25 лет, значит 100 лет это 4 поколения. А за 2000 сколько это на 20? 80 поколений прошло со времени Христа. Посмотрите, скажем, из тех, кто у вас что-то получает, считанные годы приводят человека в совершенно другое состояние. Представляете, что за это могло бы быть, если бы конфессия действительно работала, а не красиво говорила и не звала народ туда, куда они сами ходить не умеют. Вот и все.
призывать жизни по заповедям, не умея того. Это очень странное явление. Я не буду его никак называть. Странное очень явление. Когда учитель зовет и не может научить ходить. Вот. Удивительно. Просто ребенок должен уметь ходить. И у него начинается все, что падение, шишки, да. Но в конце концов он должен встать на ноги и пойти сам. Сам. Не родители за него будут ходить. Не родители за него будут на Олимпийские игры ехать, ездить или там творить какие-то вещи, работать и так далее. Ребенок должен научиться ходить сам, так же, как и любой человек, который хочет на духовные ножки встать, на свои вот это разобраться, он же сам должен идти. Любой учитель, какой бы он ни был правильный и сильный, он только посредник, он только дать может инструкцию и поддержать вас. А хождение-то ваше должно быть. Вот поэтому, если найти хорошего посредника, пытайтесь. Если не получается вход, значит, либо не прав посредник, либо вы лентяи. Третьего не дано. Вот сейчас вопрос стоит ребром. Посланец действует уже вовсю, и через него идет текст. Либо вы с Богом идите, есть вариант. С вами сейчас на земле Бог. Либо вы против Бога, если вы лентяи. Вы, может быть, верите, думаете, что вы верите, но если вы грешите, вы продолжаете пачкать, коптить небо, так скажем. А раз вы продолжаете грешить, а грех – это преступление перед законом, закон вас щадить не будет. Посмотрите, как круто за последние 20-30 лет изменилась жизнь на земле. Очень круто. Это говорит, что суд идет, он набирает обороты. Когда он кончится, никто не знает. Завтра или через 5 лет, не знаю. Но он идет явно, потому что знамения все, которые указаны в Библии, что будет то-то-то-то, они уже есть. Многие уже состоялись. Науку взять. В науке сейчас очень много говорится о том, что аномалия за аномалией. Десятки, сотни аномалий в полях планеты, в Солнечной системе аномалии колоссальнейшие идут. И многие другие. В биологической жизни идут аномалии. Активизируются очень многие болезни. Просыпаются вирусы, которых никогда не было. И тоже Библия, помните, и ангел протрубил, и ангел вылил чашу на туда, и это, и все на вас, какие-то скорпионы, какие-то эти болезни, от которых и так далее. Вот оно идет все. И только слепой может этого не видеть. Вот, я не хочу никого пугать, и меня обвиняли, что я пугаю, этого нельзя делать. Я говорю, я никого не пугаю, я просто вторю Христу, имею право говорить то, что говорят в том числе и в храмах. Что если вы не будете нормально вести себя в этом мире, который сотворил Бог, совершенный Бог, а раз Он сотворил совершенное творение, а совершенство не может творить несовершенное, следовательно, в этом мире мы несовершенны, и наша задача становиться совершенным. Если мы этого делать не будем, мы будем пачкать творение, продолжать терпеть этого, Творец больше не будет. Это не я говорю, а говорил Иисус 2000 лет назад. И сейчас вся видимая наша жизнь об этом тоже нам сигналит. Вопросы какие-то есть? Да, слушаю. Насколько чистый перевод этой книги в свете истины на данный момент, который мы читаем? Я могу сказать, уже мы обсуждали этот вопрос, что да, качество перевода не очень, но могу сказать, что человек, если он хочет, эта книга его на борьбу поднимет. Это я даю гарантию. Лишь бы было желание. Там, где не совсем понятно, вы можете обращаться к тем, что, кто понял уже, могут разъяснить. В конце концов, люди, которые, скажем, в тему вошли, мы на связи всегда. Периодически вот лекции бывают, можно вопрос задать, получить ответ по конкретному там, абзацу или какой-то главе. Я объясню все. Вот. А вы обязательно проверять должны, потому что одно дело говорю я, а вы должны согласовать это со своей логикой, со своим сердцем обязательно. Вот. Я вчера еще, говоря о заповедях, не задел очень важный момент. Он кажется пустяковым, но мне все-таки вот прямо висит, надо сказать. Там в заповеди, где не воруй, не кради, я забыл сказать, что очень много людей, которые много болтают. Вот. У нас даже вот в наших рядах есть даже шутка такая. Если хочешь, чтобы весь мир об этом узнал за 2 часа, скажи этому человеку по секрету что-нибудь, все.
это так и есть, и так немало таких людей. Удивительно, почему в книге, вот в этой 10 заповедей, там как раз это и раскрывается, что вы доверие убиваете, это тоже убийство, это воровство. И, то есть эти сопрягаются, эти все, скажем, заповеди. И когда вы это делаете много, можете дожить до такого момента, когда прощения вам не будет. Скажем, иногда по обстоятельствам, иногда просто по делу нужно поделиться какой-то информацией. И говоришь, это преждевременно знать к большому кругу лиц. Я могу доверить это, может, там, 3, 4, 5 человекам, потому что они понимают то, что ты говоришь, а правда должна быть дозирована. Вот. Представляете, я почему могу такой пример приведу? Допустим, Иисус пришел, да, на землю, и вместо того, чтобы постепенно через людей дать им вот эти знания, пришел бы в Синедрион, скажем, ну-ка пошли вон отсюда, я тут главный. Это правда, да, правда. Он главный, он от Бога. Но его просто бы взяли и убили бы. Вот что такое дозировать правду. Нужно понимать, насколько ее можно давать, и насколько, кому ее должно давать, и в какое время. Даже если Сын Человеческий выйдет и начинает гнать всех и так далее, ее просто убьют. Соответственно, проникновение, скажем так, в среду людей, в человечество, оно идет, я знаю, что оно идет, но времени пришло ему выйти, и никто не знает, кто он и когда он выйдет, но я знаю, что он выйдет, и не так долго дождать. Вот, и меня позвала эта линия работать на эту тему. Вот, и я ее очень долго проверял, но понял, что это дает благо. Прежде всего я видел, что это мне благо дает, а потом видел, что все люди, которые пошли серьезно к этому относятся, тоже им дает благо. Если они верят, и если они не ленивы, все условия. А раз это дает благо универсально всем, кто это использует, значит, я могу быть совершенно спокоен, что я не лгу, что я никому жизнь не изуродовал, что я от Христа этих людей не увел, я наоборот стараюсь привести их сюда, на этот путь. Спасибо. Давайте вопросы, какие у вас есть вопросы? Немножко времени есть еще? Да? В снах тоже отрабатываем? Что? Громче. В снах. Вот когда сон бывает такой интенсивный, вещи, да? Ну, сны разного качества бывают. Сны бывают разного качества. Вот наша голова, спинной мозг и передний мозг, большой мозг, два полушария, гиппокамп, миндалина, базальные ганглии, таламус, гипоталамус, доли гипофиза, продолговатый мозг, мозжечок, ну тут воролиев мозг есть, там эпифиз, это же не так важно. Я рисую только для того, чтобы сказать, есть мозжечок. Обратите внимание, уничижительное слово по отношению к мозгу. Мозг – мозжечок. У нас мозжечок в норме должен примерно такую же массу иметь, как и передний мозг. Потому что именно мозжечок является возможностью связываться. Он формирует образы и так далее. И если образы идут от души, а далее от Бога, линия света, то сон может быть распечатан нам. Вещи нас предупреждают. Или какая-то радость приходит в поддержку, что-то тебе дается. Но это может быть впечатление от мозга. Это может быть от света, то есть от души. Может быть от тех чувств, которые мы испытываем. Три есть у нас ипостаси. Поэтому мозжечок могут и эту картинку распечатать, и эту, получается одна картинка, вторая картинка, третья картинка, все это перемешается, и вам кажется, что это какая-то абракадабра снилась. А бывает тогда линия света очень сильная, она передавливает это все и дает человеку в поддержку или в предупреждение что-то. Это вот вещи сон. Меандр, кстати, если вот эти две. Вот такой меандр, там просто разные эти, как их назвать, их назвали альфа-волна, бета-волна, а есть не вот такой колючий. Меандр – это характер графика, так в радиотехнике называется.
а вещий сон, вот такой меандр отследили, что когда идет очень глубокий сон, и у человека дергаются глаза, вот они не глаза, а вот ресницы. И думали, что он просто притворяется. Нет, это очень глубокий сон. И эту фазу сна назвали БДГ. Дергание глаза. На самом деле, вот так назвали. Вот такой меандр. И вот ученые думают, а что это такое интересное? Тут похоже на хаос, а здесь какая-то гармония. Четко вырисовываются прямоугольные такие вещи. Это выдает как раз аппаратуру. Вот это и есть вещи сон. А вот он бывает очень мало. Минуты, две, максимум три. Потому что тьма не терпит этого. Она пытается задавить и перерубить эту линию. Какие еще вопросы? А человек может сам определить, это вещи или это просто? Здесь может. Здесь? Да. Потому что у вас тут как раз-таки индикатор. Радость пришла, вы чувствуете, вас заливает. Значит, там что-то хорошее сообщили. Вот. А бывает тревога. Значит, предупреждение или еще что-нибудь. Я много снов вижу разных, и я, естественно, иногда приходится утром разбираться. Я просто сразу рисую. Плюс, минус. Для меня это правда или ложь во сне пришла? Чаще всего сюда идет. И очень редко, что это правда. Обрати на это внимание, будь осторожен, скажем. Все, иссякли вопросы. Один человек помахал головой, остальные нет. Второй заповеди. А? Ну, в таком обществе, где постоянно употребляют имя Создателя, оно же тоже проходит через нашу мысль. Да? Ну да, это неприятно, это, как да, царапает что-то. Да. Но это не является нашей мыслью, то есть и потом отпечаток на дух. Ну, вы можете просто, скажем, поговорите там раз-два с этими людьми, скажите, ну, что вы делаете? Ведь вы, скажем, многие из них даже считают, что они верующие. Вы же нарушаете заповедь. Вы сделаете все, что можете, но каждый день об этом говорить бесполезно. Как правило, люди продолжают это делать. И в семьях, когда один идет, остальные нет. Ну, раз поговорил, два поговорил, а потом ты сделал все, что мог, тогда оставь их, кажется. Потому что много раз говорить бесполезно, во-первых. И во-вторых, у Слова Божьего есть достоинство. Вот. И чувствовать надо, когда надо говорить и в каком объеме, и когда нет. Даже если вы хотите человека убедить, ну вот, или немножко дать ему этой темы, я всегда так артиллерийскими терминами пользуюсь. Сначала пристрелочный залп, маленькая пушечка, бах, информация. Ну, человек заинтересовался. Тогда чуть больше. Смотришь, интересно, как это так, тогда чуть больше, но все-таки до конца ничего не надо говорить. Еще раз говорю, правду нужно дозировать всегда. Вот. Не надо пугать человека сразу, о, да там знаете, там вот это. И вести должна вашу беседу душа. Она четко знает, где начинать, как начинать и где остановиться. И я, допустим, это чувствую, человек заинтересовался, ну, начинаешь с ним беседу. Ну, как его позицию выяснить, как он. И вдруг, смотри, вот как бы что-то закрылось. И я разговариваю со стенкой. Вот, а тогда зачем? Зачем? Я сразу перевожу на другую тему. Поговорим о машинах, о погоде, о цветах в нашем саду. Да. Вот, как отличить чувство обиды от, ранимости, человек тебя ранит, тебе неприятно, или это же обида все-таки есть? Хорошо. В любом эпизоде, в негативном, вы всегда будете страдать, правильно? Угу. Страдать не грех, ибо в страдании искупление наше. А обида, это когда вы на человека дуетесь, как говорится, злитесь, вот, и иногда даже появляется мысль, он такой, вот, как в мозг лезет, надо ответить. А это уже не смирение. То есть это все всегда вот страдание от любого негатива. Есть страдания всегда. Ну да, и, допустим, я что не страдаю, я тоже страдаю, когда я смотрю, что происходит в мире, что с нашей страной, что происходит с людьми, я тоже страдаю. Но всегда меня только одна фраза успокаивает. Но ведь люди это заслужили. И сценарий этот прописан в Библии. То есть никуда не денешься. Но мы же люди, мы не можем не сострадать.
Вот. Но всегда как бы, потому что если начинаешь открываться, и становится очень тяжело. Вот. Тогда смысла нет, потому что ты не можешь разгрузить всех. Вот. И получается, что да, равнодушными быть не можем. Да, мы страдаем часто, но главное, чтобы не было отрицательных эмоций. Если вы кого-то на место ставите с жестким тоном, иногда надо, но при этом не злитесь, не раздражайтесь, чтобы в интонациях вас не присутствовал бес. Это можно? Да, это можно, научиться этому. Вот. Есть люди, которые руководят производством, и там жесткость нужна, потому что лентяев полно. Зарплату все хотят хорошую получать, а из тех, кто работает, процентов 70 не хотят честно работать. Что делать с ними? Значит, надо их воспитывать, в том числе и жестко, и где рублем наказывать, где просто поставить на место четко. Вынужден человек быть жестким, но при этом раздражаться нельзя, обижаться нельзя, паниковать нельзя, что у тебя все завалится, потому что чем больше паникуешь, тем больше свет от тебя отворачивается. Вот именно эту линию держать без страха и упрека, как помните раньше, рыцарь без страха и упрека. Без страха бояться не надо, ибо страх перерубает связь с духом сразу. А без упрека, то есть не обижайся, не предъявляй претензий, ибо в этом мире все, что с вами не происходит, вы заслужили. Можете отклониться от беды, отклоняйтесь, никто вам не говорит, что нельзя. Но если вы от нее не могли уйти, и она уже состоялась, тогда примите это как должно. Это всегда намек, либо вы еще слабы, либо ленитесь опять, и вас бьет судьба. Она, кстати, от слова «суд» происходит. Либо тьма вас на зубок пробует, а вы... Крепитесь, то есть мы должны учиться быть прочными. Если уж вашей прочности не хватает, помните фразу из Библии, из молитвы. Отведи от искушения, избавь от лукавого. Мне тяжело. Помоги, Господи. Вот молитва тогда есть. Не думайте, что мне просто. Скажем, каждому дается противник по его силам. Тоже постоянно борьба, постоянно в обороне. И в прощении и так далее. Любой человек, который живет в такой обстановке сейчас, он не может не страдать, он не может не бороться. Пока тьма жива, мы будем постоянно в обороне, в глухой такой вот стоять. Главное, выдержать надо. Помните, опять же фраза, претерпевшие до конца спасутся. Терпите. Не должно от нас быть агрессии, не надо плодить новых бесов. Хорошо бы старые разгрузить. Способ есть дан Христом. Вот. Спасибо. Да. И один в поле не воин, потому что ну, бороться надо со своими грехами, и когда ты один, как бы, да, и тьма большая, и хочется кого-то рядом иметь, нету один в поле не воин. Это островок, куда приезжаешь и да, чувствуешь себя как дома, и поддержку, и уезжаешь облегченной, поддержкой. Вот как к этому относиться? Потому что не получается, что вокруг рядом со мной кто-то не близкий, не родня, не друзья. Не идут к этой дороге, но чудесно. Ну, старайтесь общаться с теми, кто вам приятен. Вот, пожалуйста, сколько здесь людей. И здесь далеко не все, кто, скажем так, и раньше были люди. То есть надо уметь дружить. И у нас он в России, когда сколько мы собирались, когда вот начинался процесс, мы по 200, по 300 человек в каком-то пансионат приезжали, играли в волейбол, там, ну, развлекались как-то, то есть устраивали самодеятельность, танцы, много что было. Кто-то умеет стихи великолепно читать, кто-то сценки какие-то изображал, кто-то танцевал, кто-то какие-то народные песни пел. И было очень здорово и весело. Что, в Германии нельзя такого сделать? Что? Можно. Находите вот эти все варианты. А то, что вы говорите, одиночество, я начинал, когда, вы представляете, какой вал теории на меня шел, а я ничего не знаю, противостоять мог только одной верой. И вот быстро набирать ну, качество, скажем, знания. Я очень много читал и по истории религий разных, не только христианской, и этой религии, и этой буддизм, иудаизм, Коран, один перевод, Коран, второй перевод. И читать надо не просто все сюда принимать, и понимать, правда и тут или нет. Потом разные секты, разные там поп-растрига, который сформировал свою религию, там, ему не хочется ждать в свои 30 лет, когда он будет игуменом, которым там
своя карьерная борьба. А он сразу хотел стать предводителем дворянства. Организовал церковь, сказал, что вот они неправы, 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 чуть ли не моими словами. Говорит, тут неправда же. И люди к нему пошли, я приходил вот так, вот такое, думаю, так. И вижу по его глазам, что он плут. Ему просто хочется быть быстро этим первым куликом на болоте. И вот так вот я годами, годами эти сотни-сотни направлений, всякие рейки, там какие-то еще там движения. Тут какая-то Богоматерь объявилась. У вас в Питере есть тоже одна там. Валентина, по-моему, как-то есть. Не знаете? Ну, это ваше счастье. Да. Она объявила, что я видел ее, такое, это как называется, представительскую карту. Она, значит, вот я, Валентина, там это, в прошлом воплощении была Христом, Буддой, Кришной, Зороастром, там этим, этим, этим. Все это в прошлом воплощении она была, а тут она явилась в Питер сейчас. Ну что ж, говорится, свобода выбора. И таких очень много. Вот я когда, говорю, десятки и сотни проверял, потом наукообразная есть эзотерика, наукообразные эти теории, которые тоже настолько вот человека блокируют. Только откройся и пусти, сразу как в клетке оказываешься. Смотришь, как тебе начинать формировать совершенно иную идею. Вот. Напоминаю вам, что открывает человека. Вот. Во-первых, вера. Если вы кому-то верите, это же форма, я открыт тебе. Сочувствие открывает. А если человек дрянной, вы быстро поймете, что этого делать не надо. Потому что становится настолько тошно. И сколько бы ты это ни смывало, оно опять идет, опять его никогда не разгрузишь. Потому что за ним бездонный канал тьмы, и он тебя будет накачивать, пока ты просто не рухнешь. Смысла вот никакого нет. А вот дальше. Какой-то интерес. Вам человек интересен, книга интересна, идея. Вот когда я читаешь книги, смотрю, интересно, автор очень хороший. А потом начинает появляться некий душок, что вот оказывается, Бог имеет женское лицо, а там дальше еще, что в принципе стыд он не обязателен. Это же вред, стыдно, надо вообще отказаться там, от всех желаний, сколько только вот такого. Оно протаскивается, много правильного говорится. Но тут вот, вот это вот все проводится. Оно рядом ходит. Но и сочувствие можно еще оставить. То есть мы можем, скажем, ну, как бы за человека печалиться, что ему плохо, да. Но жалость это или последнее оружие сатаны, когда уже у тебя нет ни страха, ни обид, ни этого, ну, жалко человека. Начинаешь открываться и опять бух, удар. Вот, его надо держать. Помогаешь раз, помогаешь два, два-три раза тебе хорошенечко испортят жизнь. И думаешь, ну вот еще один урок получил. Каким образом? И были моменты, когда, скажем, ну так у меня вроде нормально, там я деньги зарабатывал, все. И смотришь, как у человека детей много, тяжело, муж без работы, там все. Ну, подходим мы там вдвоем-троем, ну, деньги там собрали, где 10, где 20, где 30 тысяч, или пойдем купим туфли женщине, детишкам что-то там, не только одежда, но и апельсины, вот это, потому что почти ничего нет. Раз поможешь, два поможет, поможешь. И смотрю, едешь, вдруг тебе машина, бах, ударили, 1060 надо платить. Я не обратил на это первое, ну что же делать, бывает. Через 2-3 дня именно в ту же самую дверцу, такая же вмятина, только отремонтировал, бах, опять. Я говорю, два раза не бывает. Сажусь разбираться и вижу лица тех, которым я помогаю. Зависть страшная. Раз у тебя есть деньги нам помогать, значит, сколько же у тебя их там денег, а? Да хорошо бы, если у нас их нет, чтобы у тебя их не было. Вот же что в ответ тебе на помощь дается. Только я закрылся, все прекратилось сразу. Вот что такое зависть. Вот и анекдот даже, помните, я как-то его рассказывал, что... Одну девочку взяли на воспитание, слепую, какая-то семья. А в ней была вот, превалировала очень сильно зависть. И что бы они ни делали, она все время ходит, поджав губы. А вы себя там, наверное, это больше берете. И вот они в конце концов решили, ну что вот, как ее убедить? Они взяли, сварили пельмени и завалили всю ванну пельменями. Подвели ее и говорит, вот потрогай, она трогает, это все твое, ешь сколько хочешь. Она так, 3 секунды пауза,
а сколько же вы себе положили? То есть зависть бесполезна, она неисправима. Какие вопросы еще? Вот у меня вопрос. Мне очень не нравится слышать матерную речь. Вот не нравится, особенно когда от женщины это звучит. Скажите, это плохие вибрации, они портят, пачкают душу? Ну, вашу нет. Если вы просто можете сказать, если это где-то в коллективе или в комнате, можете сказать, я вас прошу при мне этого не делать, жестко. Мне это неприятно. Вот а то я сейчас подойду, скажу, вот начну вот ноги вытирать от ваш коврик там. Вам неприятно, вот мне неприятно то, что вы делаете. Что еще? Ну, абсолютно все. Все. Закрываемся.